Первое, с чего мы начинаем работу, это с того, что нам нужно понять, какой модель у нас аппарат. Он находится на задней стенке аппарата. Здесь у нас Mindray DC-N6. Дальше мы смотрим состояние датчиков. Нельзя датчики перегибать, нельзя по ним переезжать, нельзя их рукой провода как-то сжимать. Самое слабое место это в области прикрепления провода к самому датчику. Обязательно нужно следить за частотой датчика, протирать его после каждого исследования. А также не забываем смотреть за частотой панели прибора. Также очищаем от волос, от шерсти после каждого исследования. Не забываем чистить трекбол. Потому что там всегда очень много шерсти. Сама защитный ободок от трекбола, видите, обратите внимание, какой он грязный. Тоже его нужно обязательно вычищать, промывать, потому что когда забивается все это грязью и гелем, трекбол перестает хорошо вертеться. И здесь у нас тоже много грязи, это всю шерсть нужно обязательно вычищать пылесосом после каждой смены. А иначе вам может вылиться очень такой неплохой ремонт этого трекбола. Здесь поговорим о настройках. В первую очередь это заведение пациента, карты. Автоматически у нас в аппарате ставится ID пациента. Можно не записывать его фамилию, кличку, но мы привыкли так. Следующая кнопка это проб, выбор датчика. Чаще всего мы работаем именно на абдоминальном режиме абдоминальной педиатрии. Если это совсем поверхностные органы, то выбираем либо это малые органы, либо это мошонка и семенники, чтобы была более лучшая детализация. Есть два вида измерений. Соответственно, есть размеры, когда мы просто трекболом можем откручивать и выбирать наиболее подходящий нам участок для замеров. Будь то это почка, будь то это какое-то новообразование, либо это стенка мочевого пузыря, там, желчного пузыря. И, соответственно, мы можем выбирать различные эллипсы, отрезки, какие нам удобны. Для того, чтобы нам немножко приблизить и удалить, мы работаем глубиной либо зумом. Чаще всего, конечно, это глубина. Почему? Потому что качество детализации у нас не изменяется при увеличении или уменьшении глубины. В зависимости от того, какую область мы сканируем, мы либо уменьшаем, либо увеличиваем глубину. Что касается зума, если мы используем эту кнопку при исследовании, то у нас детализация, конечно, снижается и не будет такого четкого изображения. Здесь у нас виды доплера. Color – это цветное доплерское картирование, где мы оцениваем потоки от датчика, либо к датчику, оценить артериальную и венозную кровь. Также у нас есть импульсно энергетический доплер. Энергетический доплер позволяет нам исследовать сосуды со слабым потоком. И импульсно-волновой доплер помогает нам рассчитать скорость кровотока, либо индекс резистентности. Ну и также есть постоянный волновой доплер. Его используют при более высоких потоках кардиологи, при кардиоисследованиях. Угол. При замере скорости кровотока нам необходимо выставить угол. Его можно найти или автоматически выставить в настройках. Чаще всего это угол именно 60 градусов. Это будет оптимальный угол при замере. Кнопка Setup помогает нам выбрать конфигурацию клавиш, поставить нам удобные быстрые кнопки. И также еще хотелось бы отметить кинопетлю
У многих возникают проблемы с записями видео кинопетель, они получаются очень короткие. Что касается этого аппарата, он именно кардиологический, и здесь на автоматикале стоит ретроспективная кинопетля. В чем отличие проспективной от ретроспективной? Проспективная – это то, когда вы нашли какую-то опухоль и решили ее заснять. А ретроспективное, когда вы просто вводите датчиком, вводите, 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 нажимаете на фриз и на сохранить, и потом просто трекболом откручиваете назад изображение. Здесь можно выбрать любой промежуток временной, и, соответственно, можно даже поставить все на максимум. Так как на этом аппарате работают кардиологи, они пользуются ретроспективной кинопетлей достаточно 5 секунд для заполнения. Что касается быстрых клавиш, это очень удобно. Вы можете выставить себе любую какую-то функцию на быстрые кнопки. Соответственно, те кнопки, которыми вы чаще всего пользуетесь, те функции, они могут выйти у вас просто рядышком в прямом доступе. У нас мы не пользуемся ретроспективными кинопетлями, мы пользуемся проспективными кинопетлями, и в этом случае, конечно, мы себе выставляем стандарт сохранить именно перспективную кинопетлю. Здесь, соответственно, показано, что мы как раз меняем ретроспективно проспективно, не забываем сохранять все эти настройки. Перезагружать после этого аппарат не требуется. Также у нас на самом экране во время исследования у нас есть тоже быстрые, так называемые быстрые клавиши. Это частота, это позиция фокуса и это режим трапеции. Частота в зависимости и позиция фокуса в зависимости от животного, от места исследования. Фокус мы выставляем с вами в зависимости от того, какой орган мы исследуем. Если это поверхностный орган, то, соответственно, фокус мы поднимаем наверх. Если это орган, который лежит глубоко, ближе к спине, то, соответственно, мы фокус опускаем ниже. Детализация у нас будет лучше. Частоту мы с вами выбираем в зависимости от исследования, будь то поверхностное, либо это глубокое исследование, и также вид животного. Чем больше животное, тем меньше частота, ну и, соответственно, чем глубже органы, тем меньше частота. Ну, конечно, трапеция действует как привык, кому-то нравится, кому-то не нравится. Режим трапеции на линейных датчиках позволяет нам более обзорно видеть изображение и увеличивать его. Это кнопки усиления Gain по глубине, усиление по глубине. Когда мы их все выставляем вправо, у нас будет максимальная с вами контрастность. Удобнее всего работать, когда все кнопочки четко посередине, но каждый врач, он подстраивает под себя, как ему удобно, как его глаз привык. Это еще одна будет такая вот вам маленькая подсказочка для настроечек. Эндэкзамен – это закончить экзамен, соответственно, закончить исследование. Следующая кнопка – это iStation, это база пациентов. iStation находится на всех практически Мендреях. Это стандартная. Здесь располагается вся база исследований, которые вы проводили. Если вы щелкнете дважды на исследование, соответственно, вы сможете его просмотреть в реальном времени, выбрать какие-то кинопетли, выбрать изображение, сделать дополнительные замеры, если это необходимо. Соответственно, в режиме у нас нет как такового курсора. Мы работаем здесь трекболом, чтобы нам сделать курсор. Есть специальная для этого кнопка «Курсор». Ну, и, в общем-то, мы можем просто вот в этих маленьких окошечках выбирать то изображение, которое нам необходимо. Ну, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать по поводу основных настроек Мендрея.
Спасибо за внимание. Надеюсь, это было вам полезно. Не забывайте пользоваться инструкцией по применению. И удачи!